Он Хахмед. Вот этот человек Хахмед, кошмар. Кто Хахмед? Хахмед. Лучше уши прочисти. С торжественным маршем. Тут я записываю, а тут песен поешь. Ну, кстати, они хорошо идут, молодцы. Да, ему ближе всех идти. Знаете, эту церемонию стоило снимать просто из-за того, как оркестр фальшивил, да, играл в этом гимн. Это был кошмар. Замерз, и труп перед приставали. Что они там задумали? Речь. А можно как-нибудь без нее? Барсук, как вы себя чувствуете? Холодно. Протян, как вы себя чувствуете? Отлично. Пойдет. Как вы себя чувствуете? Радостно. А, этот брат удался войдет. Как себя чувствуете? Плохо. Плохо? Не скучно. Вас люблю. Кошмар.